нас сегодня треть предприятий в Москве. Мы работаем, мы вышли не по работе пришли. Слушайте, это больше, чем рынки. Если есть стержень, я еще раз говорю, не родствуйте, пожалуйста. Значит, если есть стержень внутри, значит, то можно жить, дышать и бороться. И надо всегда это делать. Всегда это делать. А то, что мы здоровые, значит, нация. Мы здоровая нация. И никакого, так сказать, заражения не будет. И ничего этого не будет. Ерунда все это, самое настоящее. Поэтому, значит, если соблюдаешь нормы гигиены, так сказать, укрепляешь иммунитет, значит, улыбаешься больше, добро несешь. Не как вы, так сказать, подковырки какие-то придумки делаете, а добро несете людям. Понимаете? Да ни одна зараза тебя не возьмет. Я правильно понимаю, что вы призываете москвичей заниматься здоровьем, нести добро и не соблюдать самоизоляцию? Это тоже. Ты уникальный человек. Ну просто уникальный. Занимайтесь здоровьем. Занимайтесь, значит, соблюдайте гигиену. Значит, ведите здоровый образ жизни. Никогда не заболеете. Никогда не заболеете, чего и вам желаю. И в этот особенный день. Памятный день. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое.